Привет всем! Кто смотрит меня достаточно давно, знает, что я обожаю Евровидение и смотрю его каждый год. Не могу сказать, что результат всех этих шоу меня полностью устраивает, и вообще о политической и толерантной составляющей этого конкурса можно говорить вечно, но я не могу отбросить тот факт, что крутые музыкальные номера все же на этом конкурсе есть. Прослушав и посмотрев все номера участников, я выделила самых ярких представителей, и в этом видео хочу показать вам, как выглядели бы исполнители Евровидения 2018 в мультяшных стилях рисования. Кого из конкурсантов будете болеть вы? Какой музыкальный номер понравился вам больше всего? Да и вообще пишите в комментариях, любите ли вы этот конкурс или нет. Подписывайтесь на Instagram, я там выкладываю крутые фоточки и развороты для личных дневников, рисовашки и еще много всего. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Будьте креативными, а я вам это помогу. До скорого, пока! Keep it going, I don't mind.